С 1 августа у представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья появилась возможность подать заявки на предоставление субсидий через любой из 105 многофункциональных центров региона. Об этом сообщает портал РИАМО в Люберцах со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций и инноваций Московской области. Согласно новым правилам приема заявок, предпринимателю достаточно будет подать заявление и документы в МФЦ, где сотрудники проверят правильность их заполнения. Сформированная заявка отправится на проверку в Московский областной центр поддержки предпринимательства, после чего на конкурсную комиссию при Мининвесте региона, которая уже и будет принимать решение о предоставлении субсидии. Стоит отметить, что адресная поддержка в этом году будет оказываться по двум направлениям. Компенсация 50% затрат на приобретение оборудования для производственных компаний и 85% целевых затрат социально ориентированным предприятиям. По первому направлению максимальная сумма составляет 10 миллионов рублей, а по второму – более миллиона рублей. Прием документов в МФЦ на предоставление субсидий будет осуществляться в течение месяца. До 15 декабря текущего года адресная поддержка будет доведена до победителей конкурсного отбора. Также в текущем году финансирование с федерального бюджета не осуществляется, но региональная часть осталась на уровне прошлого года и будет ориентирована на востребованные направления – модернизацию производства и социальный бизнес. При этом сохраняются меры имущественной поддержки и налоговые льготы. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.